Они против законов физики и физиологии. Малыши и те, кто находится в почтенном возрасте, решают футбольное уравнение. У тех и у других выходит бесподобно. Проигрывать комбинации не в голове, а выйти на поле и бороться не за место в турнирной таблице, но за высокую идею. У футбольного марафона есть не только бесконечное игровое время – 12 часов, но и лица – прошлые, настоящие и будущие чемпионы. Я должен ответить словами главного тренера нашей молодежной сборной Игоря Ковалевича. Он считает, что самые талантливые футболисты и перспективное молодежное у нас пополнение идет с Гродно. Вы сами видите, что в составе сборной сегодня сразу несколько выходцев гродненского футбола. Это говорит о многом. Поэтому я уже пожелал сегодня футболистам, чтобы продолжали те славные традиции, когда мы были обладателями Кубка Кубков Республики, когда мы занимали второе место в чемпионате Республики. Поэтому надеемся, это поколение молодых игроков станет золотыми призерами. Страсть, движущая сила, определяющая спортивный успех. Ее в свое время испытали, ей подчинялись поколения футболистов, сумевших осуществить немыслимое, приблизиться к идеалу. В 1968 и 69 годах Неман выступает во втором по силе дивизионе страны, именовавшемся в то время вторая группа А. Именно тогда команда достигла своего наилучшего результата в чемпионатах СССР. 70-е, 80-е – это был не просто «Химик», а команда «Сивакова». Этот единый организм мог проиграть сопернику, но уступить – никогда. Хоменков, Сиваков, Летяга, Черноцкий не устают поддерживать внутреннее горение и передавать это тепло, надеясь и веря, что оно не погаснет. Я должен поблагодарить организаторов этого празднества. И я слышал, что это станет традицией хорошей. И это меня радует очень. Но то, что касается нынешних дел футбола, то это бывает с каждой командой. Надо немножко потерпеть. И верю в то, что команда наберет свои кондиции и будет радовать, как раньше, своих болельщиков, своих горожан. За город надо сражаться. Организаторы праздника превзошли самих себя, устраивая торжество, объединяя такое количество сильных и смелых. Характер несгибаемый, твердый, одним словом положительный. Вот то, что отличает и выручает футболистов, отстаивающих честь Гродно. Мы всегда играли только для болельщиков. И еще раз говорю, у нас мы должны воспитывать в футболистах принципы победителей. Поэтому еще раз говорю, неважно какой состав, мы все равно в каждом матче настраиваемся на победу. И у нас команда не безразлична к матчам. Поэтому я хотел бы поблагодарить болельщиков, попросить их терпения больше, потому что нам самим очень многие вещи, может быть, не совсем нравятся, но надо пройти эти этапы для того, чтобы создать крепкую и сильную команду. Команду, которая выигрывала и кубок, и чемпионат, и в советские времена. Вот ветераны выигрывали чемпионат Советского Союза. Поэтому для этого надо время, и мы к этому стремимся. Любительский, профессиональный, женский, юношеский – целый футбольный мир. Он был всегда, он всегда будет. В этом наша с вами удача, в этом наше с вами счастье. Матч 20-го тура чемпионата страны проходил на поле центрального спортивного комплекса «Неман». Отношения с оппонентами из столицы не сложились с первой встречи. Команда «Минск» выступает в высшей лиге чемпионата Беларуси с 2009-го. Бронзовый призер чемпионата 2010-го года. Обладатель Кубка Беларуси сезона 2012-2013
С 2013 года ни разу не проигрывал Гродно. 20. Таково количество свиданий на поле. В 11 домашних поединках Минск одержал 7 побед и 4 раза сыграл в ничью. Разница мячей составила 20 к 9. Лучшим бомбардиром горожан в матчах с Неманом является Владимир Хвощинский. На его счету 5 забитых мячей, причем в двух играх он отличился дублем. Лучшим голеадором в составе Немана стал Егор Зубович. Счет открыли столичные футболисты. На 38-й минуте Артем Быков подкараулил ошибку защитника хозяев и прицельным ударом вогнал мяч в ворота. Для Быкова он стал первым в составе Минска. Во втором тайме немногочисленные зрители стали свидетелями позиционного бадания с минимальным количеством голевых моментов. Считанные разы мяч после ударов попадал в створ. И когда до очередной победы столичного клуба оставалось всего несколько минут, хозяева сумели таки уйти от поражения. Голкипер Минска Андрей Климович блестяще среагировал на удар в упор вышедшего на замену ветерана Гродненцев Дмитрия Коваленко. Но, увы, в сутолоке у ворот защитники минчан все-таки позволили гродненскому нападающему добиться желаемого. Шла 89-я минута. Эта ничья сохранила за Минском третью строку и увеличила до 3 очков отрыв от солигорского «Шахтера», одного из главных конкурентов в борьбе за медали. Для Гродно уход от поражения – это и есть победа. Впрочем, чудесное спасение на положение в туре не повлияло. Команда Сергея Солодовникова стоит на 11-м месте. Рекорд посещаемости на встрече «Неман-Минск» был установлен 31 марта 2012 года. Тогда в Гродно собралось 4500 болельщиков. Время, умножаемое на события, – это история. И пусть она повторится. Напряженная обстановка в женском футбольном клубе продолжает накаляться. После того, как Ниву Белкарт покинули игроки и главный тренер, вслед за ним из футбольной школы ушли юные спортсменки. Родители хотят, чтобы их детей и дальше тренировал Денис Левченко, ставший для них первым и единственным наставником. Ему навстречу пошли руководители общеобразовательных школ, предоставившие зал для тренировок, а также один из гродненских центров творчества детей и молодежи. Именно на его базе планируют создать новую команду. Сейчас Денис Левченко вместе со своими помощницами тренирует около 30 девочек в возрасте от 10 до 15 лет. Многие из них несколько лет играют в чемпионате Беларуси среди юниорок. В ледовой схватке «Неман-Металлург» спортивное счастье досталось хозяевам. Егор Егоров в послематчевых бросках вывел команду вперед. Стоит отметить, что после 4 победных выступлений эта встреча отличилась меньшей дисциплинированностью подопечных Милоша Холана, о чем он не забыл упомянуть после игры. Единственная похвала касалась игры в меньшинстве и поведения Саманькова, который поддерживал не раз. 2 очка и подготовка к сложным играм. В том, что яблоку негде будет упасть, можно убедиться уже 24 сентября. К нам приезжает юность. На первенстве Республики Беларусь по тайквондо гродненцы завоевали 7 медалей. 5 наград в командную копилку добыли девушки, 2 юноши.
Обладателями золотых наград стали Романенко Александра, Пелецкая Яна, Фальковская Виктория. Серебряные медали завоевали Куцко Маргарита и Маркевич Владислав. Также на третью ступень пьедестала поднимались Плескачева Анастасия и Жучкевич Никита. В общекомандном зачете девушки расположились на втором, а юноши на третьем месте. Парк активного отдыха «Олимп» под Гродно готовится принять участников чемпионата Гродненской области по маунтинбайку. Соревнования пройдут 26 сентября. На территории парка, известного под названием «Горнолыжный комплекс», трасса для маунтинбайка была проложена еще в 2014 году. Именно тогда здесь состоялись и первые соревнования. Маунтинбайк – это вид велосипедного спорта, изобилующий всевозможными течениями и направлениями. В точном переводе – горный велосипед, предназначенный для катания вне дорог, а также совокупное название спортивных дисциплин, связанных с его использованием.